В начале года дали хороший старт нашим отношениям, новому этапу наших отношений. Задали такой позитивный тон, динамику. И, конечно же, подписание в Москве декларации о союзническом взаимодействии, считаю, что основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего очень эффективного сотрудничества. И в рамках имплементации положений декларации уже немало сделано. И уверен, что в рамках вашего визита будут предприняты новые шаги в этом направлении. Примечательно, что в год 30-летия установления дипломатических отношений мы как бы подвели итог всему, что было сделано, и определили дальнейшие направления развития дружеских, добрососедских отношений. О наших отношениях можно много говорить. Мы с вами не раз на эту тему обменивались мнениями. Хотел бы еще раз выразить удовлетворение развитием политических отношений, постоянного диалога на высшем уровне, развитием торгово-экономических связей, которые в этом году тоже динамику показывают неплохую, сотрудничество в транспортной сфере, в энергетической, естественно, гуманитарной. То есть легче назвать те сферы, где у нас нет тесного взаимодействия. Ну и, конечно же, союзническая декларация – это важнейший шаг в наших двусторонних отношениях, который, как я уже сказал, будет определять пути развития наших связей.